Здравствуйте! Эфир телеканал ННТ продолжает информационная программа «Новости 24». В студии Атикат Магомедова, и вот что у нас сегодня в выпуске. Благотворительность как привычка. Акция «Добрые нравы» для детей из малоимущих семей прошла в Махачкале. Две новые современные школы распахнут свои двери в этом учебном году. Готовность двух новых современных школ в поселке Акгёль и городе Каспийск 1 сентября проверил председатель правительства республики Абдусамат Гамидов. Осмотрела объекты инспекционная делегация в сопровождении вице-премьера правительства Екатерины Толстиковой и министра образования и науки Республики Дагестан Шахабаза Шахова. Современная школа не только в Дагестане, а, возможно, и на всем Северном Кавказе распахнет свои двери в Каспийске. 32 тысячи квадратных метров, плавательные бассейны, спортивные залы, современное оборудование. По соседству со школой будет открыт детский сад на 280 мест. Таким образом, в городе у моря появится ультрамодный комплекс, позволяющий готовить детей в едином образовательном стандарте. Детский садик готовый на 280 мест, который... тоже собираемся открывать 1 сентября. И сейчас хотим принять такое решение, чтобы это был единый комплекс, как сделано, например, в Москве. В связи с этим мы принимаем решение вот объединить, и вот эти дети, которые с этого детского садика будут выходить, поэтому будут прямо попадать в эту школу. Премьер-министр изучил также темп подготовки к открытию школы на 800 учеников, возводимой в поселке Акгёль. В ней будут учиться дети из динамично развивающихся микрорайонов пригорода Махачкалы. Уже готов актовый зал, столовая, библиотека, прикладные мастерские и гардеробные для каждого класса. Быстрым темпом идет строительство автодороги, ведущей до конечной остановки маршрута номер 35. По соседству с новой школой в ближайшее время возведут на примере города Каспийск детский сад. В перспективе на следующий год мы запланируем строительство садика. И то, что принимали решение, как Каспийск, можно сделать одно образовательное учреждение. Те же дети, которые идут в этот детский садик, чтобы оттуда попадали в эту школу. И удобно и для жителей, удобно, и удобно для детей. Не только даже просто добираться, а удобно для того, чтобы поднять качество знаний. Потому что имея под боком школу, эти преподаватели будут помогать детскому садику, чтобы дети первый класс уже пришли готовые, могли читать, могли писать. Зумруд Гамидова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Ну а далее краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. ДТП с участием грузовика из Дагестана погибли 4 человека. В Тамбовской области в результате столкновения автомобилей на федеральной трассе погибли водители и 3 пассажира иномарки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причина аварии устанавливается. Проезд в троллейбусах Махачкалы подорожал на 3 рубля. Такое постановление было подписано главой города. До сих пор проезд стоил 10 рублей. Напомним, весной этого года троллейбусное управление было отключено от электричества из-за долгов. С 1 августа текущего года проезд в городских автобусах также подорожает. В столице Дагестана заработал центр помощи мигрантам. Здесь можно получить такие госуслуги, как миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Местные жители также могут обратиться сюда с заявлением о выдаче или замене российского паспорта, а также заявлением об его утрате. А значит, центр объединит работу 3 отделов в Махачкале, ускорив получение госуслуг жителями столицы. 2 дагестанцев стали лучшими молодыми фермерами СКФО. Первое место занял аграрий из Табасаранского района Тофик Гюлев, которому вручили мотокультиватор для обработки земли. Второе место досталось фермеру из Буйнакского района Адельбию Магомедову. Ему подарили сельскохозяйственную косилку. Санжи снял запрет на регистрацию новых игроков. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза окончательно сняла с клуба из столицы Дагестана запрет на регистрацию новых игроков. Решение было принято в связи с тем, что Анжи погасил задолженность за расторжение контракта перед бывшим защитником команды Седриком Янбере. Фонд «Благосфера» вновь радует детей из малообеспеченных семей. Акция, приуроченная к празднику «Ураза Байрам», прошла сегодня в Махачкале. На мероприятии приняли участие более 250 детей. Подробнее расскажет Ларяна Шамхалаева. И сегодня мы в этом зале, иншаллах, будем ощущать благоухание месяца Рамадан и праздника Ураза Байрам.
В столице Дагестана состоялось духовно-просветительское мероприятие для 250 детей из Махачкалы и близлежащих поселков, воспитывающихся в малоимущих семьях. Праздничную программу «Добрые нравы» в банкетном зале «Сальва» организовали сотрудники фонда «Благосфера», который существует почти 7 лет. Мы уже третий год подряд как организовываем такого рода мероприятия исламского, и вот приглашаем определенные семьи, нуждающиеся и многодетные из нашего списка семей. Вот. Цель этого мероприятия у нас основная – это исламско-просветительская. И плюс мы устраиваем как бы небольшой праздник для детей. И заодно самая главная цель – это просветить детей в плане ислама. Помимо участия в обеде, приуроченном к празднованию Роза Байрам, ребята продемонстрировали свои театральные таланты и поиграли в игры. Но главная цель, по словам представителей фонда, – духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Мероприятие направлено на то, чтобы донести до наших подопечных основные азы нашей религии, призвать к добру, к справедливости. Да, вот, театральное представление, в принципе, и обучает этому. Ну и для того, чтобы порадовать детей, подарить им определенный праздник, радость, улыбки. Некоторые семьи в Махачкале действительно остро нуждаются не только в одежде и продуктах питания, но и в простом человеческом общении. Поэтому для детей и родителей это возможность подружиться и зарядиться позитивом. Благодарю за то, что вот нас вот так всегда выручает, вот так всегда помогает. Спасибо этому фонду от души. Стоит отметить, что в полный восторг гостей привело исполнение нашидов группой «Хайрат». После угощения и завершения концертной программы каждая семья получила подарочные наборы от фонда «Благосфера» и газету «Ас-Салам». Лариана Шамхалаева, Нурмухамад Мухамадов, телеканал ННТ Махачкала. И к концу выпуска о курсе валют на завтра. Доллар остановился на отметке 59 рублей 37 копеек и евро 68 рублей 40 копеек. Это были все новости на сегодня. Еще больше новостей вы можете увидеть на нашем сайте nnttv.ru. Ну а я с вами прощаюсь. Хороших вам новостей!